До нашого міста приїжджають цікаві люди. На вулицях Умані вони шукають і знаходять те, що на дорозі не лежить просто так. Вам це мало про що каже зараз, але після того, як ми познайомимо вас з одним із таких шукачів, ви все зрозумієте. Ми раді вітати вас на 50-му каналі. Черговий сюжет від журналістів радіостанції MedFM. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із дуже цікавою особистістю і людиною, ім'я якого я назву вам пізніше. Хочу просто зробити наголос на тому, що сьогодні у нас буде справді гаряче інтерв'ю з нашим колегою і взагалі шанованою людиною серед уманських рокерів і металістів. Тому знайомтесь, це Ігор Кирієнков, головний редактор популярного видання серед прихильників андеграунду. Ігор, вот сейчас мы нашим дорогим уманчанам покажем ваш журнал. О нем, конечно же, знают, как я сказала выше, музыканты нашего города. Но вот, например, я, даже будучи диджеем, начала держать в руках этот журнал только благодаря тем же мальчишкам и девчонкам, которые пишут свою музыку. Нашим жителям будет интересно узнать от вас, что это за издание. Существует самиздатовский журнал «Идиллия» с 93 года. Запустили проект в 93 году, в марте месяце. Вот. Ну, тут не только о музыкантах, о рок-музыкантах. Тут и о поэзии есть, что самое главное. Поэтому уделяем большое внимание писателям, которые пробуют себя, так сказать, в эпистолярном жанре. Вот. В общем, посвящен тусовке. Вся живая информация с первых уст о тусовке. Не только Украины, а и российской тусовки, ну, славянской тусовки, в общем. То есть, насколько я поняла, многие творческие личности, да, многие музыканты, они так же, как и вы, в свое время начинали именно с андеграунда. Ведь вы тоже у нас музыкант, у вас тоже был свой коллектив, да, и вы вот, кстати, я зачитаю это всем нашим телезрителям, это высказывание лично принадлежит Игорю, редактору этого издания. Большой шоу-бизнес непременно начинается с первой ступени маленького шоу-бизнес. Многие творения так и не доживают до большого шоу-бизнеса, так навеки оставшись в андеграунде. И вот еще, я горжусь, что имел честь посвятить часть своей жизни этому так называемому маленькому шоу-бизнесу, и я не сожалею об этом. Игорь Кирієнков. Да, тусуюсь я уже в андеграунде второй десяток лет, в принципе. Потому что начинал еще до журнала журналистикой заниматься, там пробовал интервью брать, на фестивали ездил, множество фестивалей. Имел честь и потусоваться в славном граде Умань. Вот. Очень доволен тусовкой уманской вообще. Тут, ну, об Олеге Универсале я вообще молчу, это у меня нет слов, мороз по коже. Вот, узнал, что тут поэтическая, серьезная тусовка есть. Вот, тоже хочу познакомиться с ребятами. Вот, группы превосходные. Естественно, надо их как-то толкать, потому что в России, вот мне россияне, друзья пишут, кстати, не левые люди в шоу-бизнесе, хотим слушать, говорит, что мы знаем только ВВ-группу, и то мы ее считаем своей, ВВ, не считая языкового барьера, они так пишут. Потом Океан Эльзы, львовяне выбились, и Мертвый пивень, да, еще. Говорит, больше мы ничего не знаем о украинской музыке. Как-то популяризировать нашу рок-музыку, наших поэтов, наших писателей в России, чтобы шире знали, чтобы не было так как-то в рамках это Океана Эльзы и ВВ там. Ще один цікавий момент, про який мені хотілося б розповісти телеглядачам 50-го каналу. Рок саме здат – це живий свідок того, як багато відомих на сьогодні рок-гуртів починали свою зоряну кар'єру, а саме з андеграунду. Кстати, Ігор, розкажіть немножко о своєму лейблі нашим телезрителям. Я вважаю, буде дуже цікаво. Ну, лейбл организовал я, Basilio Productions называется.
Базилио, всем известный кот с одноименной сказки о Буратино. В одно время в России создали в андеграунде лейбл, ну, это фирма, значочек музыкальная Буратино Productions. Я им дал наше украинское Базилио Productions, ну, как бы ответ ихнему Буратино Productions. Вот. Лейбл создан, конечно, для того, чтобы как-то продвигать наши группы. Только начал, только вот заработал. Уже диск выпустили, ходит по всем тусовкам, андеграундам, не только в Украине. Вот. А рок-самиздати выпустили мы передачу в Южноукраинске на телекомпании «Квант». Поддержала телекомпания нас. Вот. 30-минутная программа. Вот о самиздате. Москва избалована самиздатом. Ну, почти в каждом городе российском самиздат какой-то выходит. Вот. Ну, у нас, насколько я знаю, в Умані это явление как бы мало распространено. Між іншим, всім телеглядачам, особливо молоді, я раджу знайти бумажний рейв і почитати. Вам дуже сподобається. Ігор, ще я знаю, що ви любите колесити. Ну, я так поняла, любите колесити України, Росії. Какой город следующий после Умані? Ой, не знаю вообще. У мене такой чуть-чуть неординарный образ жизни. Не будем вдаваться в все отвратительные подробности, но факт в том, что в Умане мне понравилось, еще хочется потусоваться, то есть еще, я думаю, дай бог, не последний раз. Ну, тут я попал вот самое сейчас, мне кажется, вот я с Ромой общался, с Ани Лайв, да, безжизненные. Кстати, это название им не подходит, судя по тому, какие они именно жизненные. Хочется еще потусоваться со многими группами. Тенета — интересная команда. Галерея життя — очень тоже интересная группа, там мне барабанщик очень понравился. Вот. Все приглашали меня, да, послушать их, там, потусоваться с ними. Великое удовольствие получил, общаясь с этими ребятами, честное слово. Ну, наверное, уже со многими творческими людьми, вот с поэтами только не познакомился, а так со всеми познакомился. Игорь, что бы вы хотели пожелать вот напоследок всем нашим юным талантам, а поэты, музыканты, особенно поклонники андеграунда? Заниматься, чтобы им было хорошо от этого занятия. То есть хочется на гитаре играть — играй на гитаре. Хочется писать — я вам поддерживаю всех. Говорю, хочешь — напиши мне в журнал, как ты именно можешь, так я и опубликую. Ничего не вырезаю. Говорю, больше жизни, как говорится. Я за жизнь, за продвижение. Нагадую, що це був Ігор Кирієнков спеціально для 50-го каналу, Юрій Підлісевич, Олег Савітер, також для телеглядачів телекомпанії Saturn TV. Ну, а всім металістам, всім рокерам бажаємо отримати бумажний рейв і написати листа Ігорю. Він з радістю надрукує всі ваші творчі думки в своєму виданні. В фіналі нашої історії про незалежного журналіста і постійного шукача талантів по містах України і Росії Ігоря Кирієнкова я хочу зачитати вірш, який давно вирісся в сторінки рок-самиздата і автором якого є Лідія Круглик з Миколаївської області. Хто я у цьому світі дикому, сумному, часом незрозумілому такому, жорстокому, звірячому підчас? Огидному, без маски, без прикрас. Схоже, що саме такою є творчість молоді 21-го століття.